Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Лампа ЮА. Меня зовут Андрей. Тема данного обзора будет люстра из коллекции Line от производителя Mytone. Это коллекция припотолочных LED-люстр. Предлагаются они одного размера и только такой формы. Цвет люстры есть белый и черный. Также каждая из этих моделей предлагается с теплым цветом сечения или нейтральным. Каркас ее полностью из металла, белый матовый цвет. Состоит она из таких трех прямоугольных элементов, которые между собой соединены. Источник света здесь светодиодный LED-модуль. Это когда группа светодиодов объединены в один модуль на электронной плате. А модуль в данном случае в виде LED-ленты. То есть он здесь размещается. В каждом из этих элементов потребляет он 80 ватт в целом, а выдает примерно 330 ватт. Включенная она выглядит вот так. Это у меня модель с нейтральным цветом сечения, то есть в кельвинах это будет 4000. Она хорошо освещает, получается такой довольно яркий свет, который широко рассеивается и, значит, сможет качественно заполнить все помещение. Подойдет такая люстра для комнаты любого типа и назначения. Площадь может быть порядка 20 квадратных метров. Крепится она с помощью монтажной планки. Вот она, размер этой части 12 сантиметров на 23. А на этом у меня все. Кому понравилась данная коллекция, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.